Дорожные полицейские Муравленко подвели итоги профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Патрули дежурили вблизи образовательных учреждений. За 2 дня в городе выявили около 50 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции провели беседы с родителями о недопустимости оставления маленьких детей на улице без присмотра взрослых, необходимости использования светоотражающих элементов в одежде, а также об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. Особое внимание было обращено на соблюдение ПДД пешеходами и водителями вблизи пешеходных переходов. За время проведения мероприятий составлялись карточки нарушений детей и материалы в отношении водителей, которые нарушают правила перевозки пассажиров, детей. Всего составлено 46 карточек, 5 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки